Всем здрасте, вы на канале Лумумба Румумба, с вами Владосик. Давеча я снимал обзор на прикольного героя из игры Brawl Stars под названием Кольт. Сегодня у меня будет обзор на еще не менее крутого героя, редкого героя, что немаловажно. Героя зовут Роза. Многие из вас в любом случае играли, либо же хотят поиграть. Поэтому, ребятушки, устраивайтесь поудобнее. Сейчас, как всегда, будет подробный крутой обзор на этого героя, а потом мы его протестируем в трех локациях по три боя. Готовьте что-то повкуснее и погнали смотреть крутой обзор с Владосиком. Тяжеловес Роза, редкий бравлер в игре. Роза мой фаворит среди тяжеловесов. Это боксерша-ботаник, крепко стоит на ногах и не боится ближнего боя. Итак, разберем более подробно, что она умеет. Атака. Роза обрушает на противника серию мощных техничных ударов. Эта малышка за одну атаку наносит 3 удара, один удар при этом наносит 529 единиц урона. То есть Роза за один прием может нанести более 1500 урона. У некоторых героев это вся шкала жизни. Хочу заметить то, что у меня Роза имеет 4 уровень силы. Это к тому, что чем выше уровень силы, тем показатели данного героя будут лучше. Вернемся к атаке. Дальность атаки у Розы мала, но при этом, когда Роза выходит один на один, то противник не выживает. Если же, конечно, противник не Роза. Но если это все-таки случилось, выигрывает тот герой, у которого больше жизни или у которого лучше продумана тактика. Скорость перезарядки у атаки очень высокая, благодаря которой у Розы много шансов выжить, когда будет схватка с несколькими героями одновременно. Скорость передвижения у Розы высокая. Для нее это хорошее преимущество на открытых локациях. Здоровье на 4 уровне силы у Розы составляет 6210 единиц здоровья. Именно большой запас здоровья позволяет Розе доминировать в событиях выживания. Если вы соберете хотя бы 7 кристаллов из ящиков на события выживания, то запас жизни у Розы будет составлять около 10000, и она становится непобедима. Поэтому часто в событии выживания выходит победителем. Что касается суперсилы нашей боксерши-ботаника. Называется она сила природы. У Розы на 3 секунды появляется растительная броня, уменьшающая получаемый урон на 70%, что дает возможность Розе сокрушить одновременно несколько игроков. Итак, переходим к гаджетам. Как и все герои Brawl Stars, Роза может прокачаться с помощью особого гаджета, который будет доступен на 7 уровне силы и, конечно же, когда вы найдете его в ящиках. Гаджет называется фитолампа. Роза удобряет вокруг себя землю, где сразу же вырастают кусты, которые служат отличным прикрытием. То есть наша Роза может вырастить кусты, в которых мы можем сделать засаду, либо же похилиться и восстановить полностью здоровье. Данный гаджет может воспользоваться 3 раза за матч. И это еще не все. У Розы также есть звездные силы, их 2. Использовать можно только одну. Чтобы ими воспользоваться, Розу нужно прокачать на 9 уровень силы и добыть их из ящиков. Первая звездная сила называется «Отдых на природе». И она дает возможность Розе находиться в кустах, восстанавливая при этом 200 единиц здоровья в секунду. Вторая звездная сила называется «Ежовые рукавицы». Удары Розы наносят на 200 очков урона больше, пока действует ее суперсила. То есть вы понимаете, что помимо того, что при активной своей суперсилы снижается урон от соперников на 70%, так она еще и начинает наносить удары, в которых очки урона возрастают еще на 200 единиц. Это просто какой-то монстр. Поиграв за этого тяжеловеса не один десяток матчей, я нашел пока только одного героя, который может одолеть Розу, когда выходит с ней один на один. Этот герой Шелли. Это герой, который дается вам в самом начале. Суперсила Шелли сносит Розу с одного выстрела, сколько бы у Розы не было жизней. Это меня очень удивило, то есть слабое место у Розы есть, как и у любого героя. Розу можно легко одолеть, если же, конечно, знать как. И это не просто догадка, а факт, который я вам покажу, когда мы будем тестировать Розу в боях. Это можно увидеть далее в видео. Вывод по поводу Розы я сделал для себя такой. Розу я буду качать однозначно, так как это мой любимый и постоянный герой сейчас.
Я думаю, это правильно, так как если Розу прокачать на максимум, то она станет лучшим тяжеловесом, которая будет незаменима в командной схватке и непобедима в соло-боях. Но это мое мнение. Но внимание, этот герой достоин на 100%. А дальше по традиции мы протестируем Розу по 3 поединка на 3 локациях. Устраивайтесь поудобнее, сейчас будет жарко. Вот наш герой. Роза. Лучший тяжеловес, которого я в принципе в данный момент, пока играю, встречал. Чудесный герой, мне очень нравится. Итак, начинаем сражение. Входим в локацию захват кристаллов. Роковая шахта. И посмотрим, как она покажет себя в данной локации. Нажимаем игра. Так, формируется наша команда. Помним, да, в захват кристаллов в этой локации нам нужно захватить как можно больше кристаллов и удержать их до конца матча. Команда, которая собирала и удержала самое большое количество кристаллов, выигрывает. Обратите внимание, какой у нее захват и бой. Захват и ударная сила. То есть смысл здесь какой? У нее очень много жизней. Так, меня Кольт снес. Неплохо, кстати, при том, что я двоих снес перед этим. Главная ее мощь и сила, это когда мы нажимаем главный удар, она становится больше, и ее очень трудно победить. И вот мы сразу захватываем 3 кристалла на изичине. И сейчас я, наверное, все-таки разберусь с Кольтом. Вот я Кольт съел на раз-два, потому что тяжеловес есть тяжеловес. У него хорошая ударная мощь, у него отличная сила. Вот мы сейчас ее еще, кстати, прокачаем, и пожалуйста. Мы сейчас в данный момент, я держу 5 кристаллов. То есть это абсолютно нормально, только немножко мне нужно подсобирать здоровье. Подлетел немножко Эль Камино. И, ну, все равно он остался. Ах, блин, попал под убойную силу Кольта. А, моя команда все-таки забрала эти кристаллы, это очень хорошо. Все, мы будем его защищать. Так как у нас командный бой, наша главная задача это... Так, от Кольта нужно уворачиваться. Вот самая главная фишка. Фишечка данного непосредственно. Так, да-да-да, меня развалили. Нас немножко отжали кристаллов, но ничего. Блин, надо было уходить. Сильно она грудь много взял. Так вот, у Розы, она идет герой ближнего боя. Ей нужно очень близко подходить. Но если вы выходите с ней один на один, у вас нет шансов. То есть она, если у нее заряда вот 3 раза она заряжена, у нее по удару на 3 раза. Кстати, вот первый поединок сразу затащили, и я оказываюсь звездным игроком. Потому что это Роза, она супер крутая. Так, нам поднасыпало 8 трофейчиков, у нас уже 13 ранг непосредственно у Розы. Мы играем второй бой на данной локации. С той же командой, наверное. А может и нет, посмотрим сейчас. То есть у нее идет, во-первых, у нее немаленькая угол захвата по ударам. То есть мы можем в ближнем бою. Я даже могу в одну калитку, если выхожу с 2 игроками, снести их в легкую. Только нужно уворачиваться от Кольта. А каким образом? Если он включает свой супер и выстрелы, то он может с одной обоймы типа засадить Розу. Но в остальном он типа будет курить. Если я выйду с ним один на один и увернусь от пары ударов. Но! Ах, меня развалили. У нас один кристалл. И, кстати, единственное, наверное, будет печальное для Розы, это то, что когда у соперников тоже есть Роза. Вот как в данный момент. Ну, то есть это довольно-таки печально. Поэтому нужно быть сейчас здесь аккуратнее. Здесь лучше не идти, так сказать, на... Тем более, когда у соперников 2 Розы в команде. Вы понимаете, чем это пахнет вообще? Но сейчас мы одну точно завасим. Есть, мы ее загасили. Мы подбираем кристаллов и охраняем, и идем лечиться. Потому что мы, носители, сейчас большее количество кристаллов еле увернулись от Кольта. Вот, кстати, на защиту Кольта, когда мы делали у него обзор, он начинает ряд своих выстрелов. Если он всю обойму всадит, он сносит. Но если я могу увернуться, я от нее уворачиваюсь вообще спокойно. То есть, если у Розы, которой вы выходите один на один, меньше жизни, чем у вас, у Розы нет шансов. Так, мы сейчас уходим, потому что на нас напали вдвоем и немножко жить не схавали. Так как у нас идет 7 кристаллов, и мы держим, так сказать, наш общак, мы, наверное, побегаем здесь. Но, с другой стороны, нас защищать особо некому.
А вот и Роза, у которой сейчас мало жизни, мы можем ее подхватить. И Кольта тоже снести. Все, Кольта нету. Но я вижу, где спряталась наша Розочка. Так, а теперь ее можно выйти один в один. И все-таки ее добить. Нет, выходит Кольт. А вот эту можно убить и забрать ее кристальчики. Так, взяли 10 кристаллов. Отлично, держим 10 кристаллов. Не нарываемся, уходим, уходим, уходим. Ребята, 12 секунд надо продержаться. Ё-моё, еле удержался от Кольта. Начинаем подлечиваться, набираем жизни. Наша задача продержаться секунды. Есть, бой окончен. Мы выиграем с минимальным разрывом. Мы все-таки берем. И, чтобы вы понимали мощь Розы, второй раз звездный игрок. Вот таким вот образом это все происходит, ребятушки. И заходим в третий бой. Вторая победа, заметьте, да, в этом состязании. Сейчас мы еще попробуем, посмотрим за состязание на выживание. Так, кто у нас в противоположной команде? Так, опять у нас идет Розочка. Все, Розочку снесли, когда ты с командой один в один. И опять у нас Кольт, только Кольт на него идет с другим чуть скином. Так, в противоположной команде у нас кто идет? Так, идет хороший тип. Я на него только что нарвался, у него очень хорошая ударная сила. Но у нас почему-то идет на нашу сторону Роза с одним кристаллом. Зачем она на нашу сторону пошла, это непонятно. Или она очень поверила в себя, или я не знаю. Но мне нужно уходить, потому что мои два кристалла могут не выдержать. Вот это очень хороший и сильный герой. Но мы Кольта только что взяли, и у нас уже 4 кристалла мы охраняем. Так, наш главный конкурент в данный момент — это Роза. Мы сейчас ее должны снести. Мы ее снесли. Теперь прячемся, чтобы снести вот этого. Есть, этот тоже уже поврежден. И теперь нам нужно 2000 Кольта. Нет, я теряю все. Давай, давай, собирай, собирай. Все равно все... Да, мы держим 10 кристаллов. У нас есть шанс большой выиграть. Сейчас. И снести вот эту Розочку, своего конкурента. Я у нее забираю все кристаллы. У нас опять 10 кристаллов. Точнее, у меня. Ха-ха. Так, уходим, уходим, уходим. Не будем нарываться в этот раз, потому что в тот раз я в себя поверил. Остался, меня стесли. Нам осталось продержать ничтожных 10 секунд. Так, Кольта мы сейчас быстренько снесем. Розу тоже. Нет, Розу мы не снесем. А вот это вот тип мне не нравится. И мы выиграем эту катку. Бой окончен. Третий звездный герой в этом поединке. Вот такая Роза крутая у нас. Все, в данной локации мы отыграли 3 боя. 3 боя чудесных, потому что нам... Мы, по сути, вас с вами взяли... О, я, кстати, путь к славе уже открыл, еще монеток немножко мне сейчас насыпят. И я уже приблизился к ящичку. Но я думаю, с успехами, которые Роза мне приносит, я думаю, быстренько до него доберусь. Так, открываем ящик. У нас на Була выпустило 4 очка силы и на Ниту тоже. Но про этих героев будет дальнейший обзор. Итак, следующая локация у нас идет столкновение. Штольня. Это идет локация, на которой нужно выживать. То есть здесь игроков бросаются на локацию, и должен остаться один выживший, при этом остальных убить. Итак, мы играем за Розу, и я очень этому рад, потому что этого героя я очень люблю. Тем более этот герой по классификации, он идет редкий. То есть он очень редко выпадает из контейнеров. Так, мы сейчас вот выходим один на один с Нитой. И Нита просто не вывозит то, что я им говорил. Если ты выходишь с Розой один на один, у тебя нет шансов, если ты играешь за Ниту. И даже если ты играешь за других, вот, например, как за Буля. Но у нас есть плохие новости. У нас есть соперник тоже Нита. Ой, Нита, а тоже Роза. Которая меня сейчас только что снесла, но все равно. Я же говорю, для Розы самое страшное — это только второй дороже игрок Роза. Если она успела, например, мы заняли 4 место, при этом у нас 3 трофейчика мы все равно взяли. Ну ничего, сейчас попробуем все-таки взять 1 место. У нас собралось 10 героев. Если против тебя выходит Роза, вот там уже будет сложнее. Против других героев, ну, ты будешь в почете, это 300%. Так. Бежим, наверное, сейчас возьмем... У него, смотрите, вот со старта банально, она только вышла, у нее 6200 жизни, представьте себе.
При этом очень хороший удар, который 3 удара у нее по 529. Вот и Кольт. Ну вот. Ну, Кольт-то, видите, он чуть-чуть быстрее бегает, но у него всего все равно нету шансов. Все, я его съел на 1, 2, 3. При этом я подобрал 2 кристальчика жизни, этих я так называю это. И у нас в данный момент 7000 жизней. А у нас вот здесь вот Кольт, и мы его тоже что, правильно съедаем. И у нас еще и здесь идет... И меня кто-то убил. Да, меня... Эх, сломил герой. Ну ничего. Но я вышел 0 по этим. Ну и сам нарвался. Сам нарвался. Опять же поверил в себя. Так, был второй поединок. Мы взяли 0 трофейчиков. То есть поверил в себя. Кольта я все-таки завалил. А вот второго игрока я не взял. К сожалению. Ну ничего. Герой, который меня завалил, у него тоже довольно-таки хороший выстрел. Особенно идет топовый выстрел. Вот она, кстати. У нас подкралась. Сейчас очень я люблю вот такие моменты, когда у игрока чуть меньше силы осталось. И я его сейчас... Все равно, видите, у него один выстрел, он меня сносит. В принципе, при 2 кристалликов жизни он меня снес. Опять я вот вышел 0. Ладно, давайте немножко отойдем от правил. И в эту поединок все-таки последнюю финалочку сыграем непосредственно в столкновении. Вот чисто для этого, чтобы не попадать. Я теперь буду знать... Кстати, я вот не встречал никогда, чтоб вот этот герой с фиолетовыми волосами на меня как-то вот так вот влиял, что он с одного мощного выстрела может меня сносить. Хорошо был прокачанный, это тоже как вариант. Но сейчас посмотрим. Так, уходим, уходим, уходим. Вот меня опять съели. Эх, попал на Алькамину. Ну вот видите, вот здесь вот Роза немножко не вывозит. Так, это вот было в этом. В Штольне мы сыграли 4 поединка, немножко отошли от правил. Теперь у нас Броубол. В Броуболе у нас также 3 сражения. В захвате кристаллов Роза топ, 3 звездных героя. В непосредственно... Так, непосредственно в выживании мы проиграли. Вот в Броуболе мы пока тоже проигрываем, потому что нарвались на именно хороших игроков. Ладно, мы возродились, погнали. Так вот, вот как-то так, потому что, ну тоже бывает на кого попадешь, потому что есть игры, игроки именно очень хорошие, очень топовые, которые... Так, наша команда забивает первый гол, пока я здесь сбодался с Джесси. Так, у нас сразу идет вылет. У нас идет сражение, то что... Так, немножко нужно нам подлечиться. У нас есть вот здесь алтарь лечения, это, так понимаю, у моего компаньона по команде. Так, и мы забиваем второй гол. Все отлично, пока мы здесь отвлекались. Но очень повезло, потому что в мою команду попали на очень хорошие топовые игроки. Вот мне поэтому повезло. Но при этом все равно в Броуболе, я думаю, первый поединок мы сыграли. Сейчас мы идем играть во второй. В Броуболе Роза тоже будет очень хорошим защитником, очень хорошим опорником. Так, мы гоним, гоним. Опа, опа. Так, мы идем с мячом, сейчас мы должны прорваться к воротам. Есть, я забиваю гол. Роза вырвала мяч, это все чудесно. Так, Катя, у меня опять, кстати, попалась довольно-таки хорошая, мощная команда. Так, подарочек какой-то нам идет с бомбочками. Так. У нас против соперника опять идет Кольт. Так, соперника мы снесли. Мы должны сейчас работать на оборону, хорошо. Так, должны очистить горизонт. Очистили для нашего соратника по команде. Сейчас мы должны... Да, и мы забиваем очередной гол. И матч окончен. И все, мы... у нас победа. Звездный игрок, вот этот робот с пистолетиком. У нас добавилось 8 трофейчиков. То есть бой мы отыграли. В этом бою, кстати, мы взяли уже 14 ранг. Это очень замечательно. Кстати, Роза я набил, наверное, одно из самых большое количество трофейчиков. 260 трофейчиков у меня есть. И заходим в финальную схватку в Броуболе. Кстати, в Броуболе вот в данном
сражений, который был, Роза себя хорошо зарекомендовала. И в плане защитника еще я гол один закатил, то есть. На очень хорошем уровне. И погнали. Так. Эль Камино мы сразу сносим. Все-таки я принимаю... А вот и... Так. Я, короче, что-то мне снял, но при этом я спас, должен был спасти наши ворота от попадания и снес парочку игроков. Ладно. В плане обороны сыграло неплохо, но наш мяч как раз идет к воротам. Он должен закатиться сейчас, я думаю. Ну, либо пробовать. Нет, не закатится. И я сейчас нарвусь то, что меня снесут. Где мои ребята, я не вижу. Так, я взял мяч, и сейчас будет пушечка. Владик просто подкрался среди... Есть, я забиваю гол. Просто оказался в нужный момент в нужном месте. Так, давай, давай, давай. Все, я его добил. Мое дело сейчас прикрыть и взять на себя главный удар. Да, ну меня быстренько снесли. Но при этом что? Давай, давай. А, нет, отжали мяч. Моего тоже снесли. Но пока мы 1-0 ведем. Да, был хороший прорыв, но, к сожалению, не все возродились одновременно. Вот здесь вот Кольт и проиграл. То, что ему нужно немножко больше было времени. Так, оказалось, что я опять иду с мячом. Так, идем на прорыв. Так, не забили, но меня снесли. Ну, попытки были. Надо было, наверное, по дриблинг поделать, поворачиваться, но... Я надеюсь, нашей команде это сильно беды не принесет. Так, мы его снесли, тем более по-быстренькому. Сейчас немножко нужно накопить силы. Так, снесли. Идем по крайней кромке поля. Так, парень полетел. Так, меня снесли. Не успел я довести до ворот, но все же. Я надеюсь, может, ребятушки мои закатают. Так, мяч у красной команды. Соперник отбит. Так, идем, 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 идем. Давай, давай. И я забиваю второй гол. Роза красава. Просто все пушка. Это замечательно. Я опять звездный игрок. Единственное, что нам немножко не повезло в столкновении, а в двух локациях Роза показала себя невероятно круто. Что я могу по поводу этого героя сказать? Чудный герой, в том плане он себя классно зарекомендовал на локации захват кристаллов и на локации броубол, где на захвате кристаллов она взяла 3 раза звездного героя, на броуболе 1 раз звездный герой, и 3 победы безоговорочно. Немножко, конечно, не повезло в битве на выживание, но я думаю, это просто дело случая, потому что обычно у нее там тоже хватает потенциала, чтобы занять первые места и стать лучшим звездным героем. Что я могу сказать? Герой достойный. Достойный в том плане, что если ты выходишь с ним в лоб-лоб, кроме, кстати, вот того героя, который стреляет с ружья, который с одного выстрела, супер удара, только может ее снести. И то нужно умудриться просто от него уворачиваться. А так практически ни у кого нет шансов. Роза его одолеет в любом случае. И очень нужно уворачиваться от выстрела у Кольта. Если, например, он выцелит всю обойму, герой тоже будет хана. И если ее окружат, например, 2 таких героя, и Кольт, и с дробовиком, который герой, тогда тоже труба. А так в остальном она очень хорошо лутает. На начальном уровне она очень будет вам помогать, и вы будете... довольны и будете играть с большим удовольствием. Так что, ребятушки, пишем в комментариях по старинке, на какого героя мы хотим новый обзор, какой пишите, какой герой любимый ваш, за какого играете и какого героя считаете самым достойным в этой игре. Ну а с вами был Владос, канал Лумумба Румумба, обзор на героя Розу. Всем до новых встреч, встретимся в видосах.